Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Углубление сотрудничества и новые перспективы. Глава государства провел две встречи с представителями Ульяновской области России и Кыргызстана. Новополоцк в эти дни принимает выездное заседание Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Витебский регион отличает достаточно большая инициативность. Я скажу больше, что именно Новополоцк, председатель первичной профсоюзной организации, она является лидером во всем нашем отраслевом. Положительных эмоций на несколько лет вперед. В Новополоцке прошла итоговая встреча руководства города с ребятами из Лисичанска и Северодонецка. Уже 6 октября делегация отправится домой. Мне очень грустно уезжать, потому что я очень привыкла, как будто бы здесь все время жила. Перейдем к подробностям. Углубление взаимодействия на высшем уровне. Глава государства Александр Лукашенко провел две встречи, где говорили о перспективах взаимовыгодного сотрудничества. Отношения Беларуси с Ульяновской областью России выстраивались десятилетиями. Сегодня время пересмотреть направление и глубину взаимодействия. Для этого президент Беларуси предложил задействовать ту серьезную производственную базу, которая досталась от СССР. Для совместного выпуска техники от сельскохозяйственных машин до той, что необходимо для ремонта самолетов. Эта отрасль вполне может получить развитие с учетом того, что Ульяновск считается авиационной столицей России. Важнейшим направлением в плане технического прогресса внедрения производства последних научных разработок является авиастроение. На прошлой неделе мы тоже обсуждали эту тему с президентом Путиным, договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующая компетенция. Хотелось бы знать, какие вы видите возможности. Это проект, ориентированный в будущее и не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный. Отдельные компоненты для данной отрасли мы уже производим. Мы готовы расширять номенклатуру этого производства. Сегодня экономические связи с Ульяновской областью основываются на промышленной сфере с акцентом на наукоемкие технологии. На протяжении ряда лет белорусские предприятия осуществляют поставки продукции на сборочные конвейеры УАЗ и ОМЗ. Продолжается реализация совместного проекта по производству полуприцепов на базе шасси МАЗ. За неделю работу делегации Ульяновской области в Беларуси подписано 9 новых соглашений, намечены и дополнительные точки сближения, прежде всего в области промышленной кооперации. Сегодня на наших глазах формируется многополярный мир, где все больше стран строят национальную экономику без оглядки на Запад. Беларусь делает ставку не просто на расширение сети партнеров, углубление уже выстроенных взаимоотношений. И абсолютно очевидно, от многополярного мира, где нет монополизма, пользу будут иметь все государства. Это президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул на встрече со спикером парламента Кыргызстана Нурланбеком Шакеевым. Сотрудничество Беларуси и Кыргызстана по итогам минувшего года показывает хорошую динамику. Товарооборот вырос почти на 65%, вместе с тем ресурс не исчерпан. Самое время пристальнее посмотреть на региональный потенциал. Нам надо усиливать региональное сотрудничество. У нас есть очень большой опыт работы в этом плане с Российской Федерацией, ранее с Украиной мы в этом направлении работали. Хотелось бы, чтобы этот опыт был перенесен и на белорусско-кыргызские отношения. Тем более, что это в поле зрения у нас парламента. Думаю, что в этом плане мы можем поработать. Нурланбек Шакеев во время встречи прежде всего поделился своими впечатлениями от вчерашней игры Минского «Динамо» с питерским хоккейным клубом «СКА». По мнению высокого гостя, игра во всей красе показала несгибаемый белорусский характер. Мы за «Динамо» Минск болели. Весь наша делегация. Начинали хорошо. Начало было отлично. Так что мы знаем, что Белоруссия хоккейная страна.
Вы как играете хоккей, мы тоже восхищаемся. Смотрим по телевизору, по интернету. Александр Григорьевич, вы действительно уделяете внимание не только спорту, по всем вопросам. Вот, например, промышленность, порядок, чистота. Вот я 6-й раз в Минске. Каждый раз я удивлен. Вы уже наш человек. Вот такая чистота, такой порядок. Сегодня между Белоруссией и Кыргызстаном нет закрытых тем. Более того, на важные геополитические события взгляд единый. Страны также активно взаимодействуют на площадках Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. Ценности современной молодежи. Работа с ней сегодня как залог успешного функционирования белорусских учреждений здравоохранения. Роль первичек студентов и БРСМ в гражданско-патриотическом воспитании молодежи. Все эти вопросы в центре внимания выездного заседания Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В эти дни в молодежной столице Беларуси, Новополоцке, обучающий семинар собрал порядка 30 молодых людей. Молодежного актива Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Площадкой для обмена опытом работы из разных сфер выступила Новополоцкая больница. У нас созданы все условия для того, чтобы работала у нас самая лучшая молодежь. И они у нас не только профессионали, но они действительно хорошие творческие личности. И мы помогаем им развиваться, помогаем им двигаться. Мы постараемся сегодня поделиться опытом, выступить вот этой передовой, наверное, школой. Подобного рода встречи – сверка часов реализованного. Так, на первое полугодие 2023 года Молодежный совет Белорусского профсоюза работников здравоохранения утвердил маршрут добрых дел – подробную программу работы первичек. Сегодня подводят ее итоги. Все мероприятия, которые мы запланировали, они выполнены. Мы с нашей молодежью поучаствовали в восстановлении памятника в Борисовском районе. Кроме этого, мы участвовали в всех тех мероприятиях, которые были определены в год мира и созидания. Это и мероприятия, которые посвящены Дню Победы. Это, конечно же, наш праздник 1 мая, день, праздник труда. Мы поучаствовали в всех тех мероприятиях, которые были запланированы. Кроме этого, конечно же, встреча молодых специалистов в трудовых коллективах. Все эти мероприятия, в общем-то, реализованы в полной мере. Белорусский профсоюз работников здравоохранения сегодня – это 428 тысяч человек. В каждом из профсоюзов порядка 10% молодежь. Сегодня, чтобы поддержать молодое поколение, уже со студенческой скамьи наиболее одаренным и активным членам профсоюзов и числа учащихся студентов ежегодно выделяют стипендии. Только за 2022-2023 годы таковых насчитывается 189. В целом, все первички профсоюза ведут активную работу с молодыми кадрами в учреждениях здравоохранения республики. Витебский регион отличает достаточно большая инициативность. Я скажу больше, что именно Новополоцк, председатель первичной профсоюзной организации, она является лидером во всем нашем отраслевом. Опыт ее работы мы транслируем и на другие регионы. Очень сплоченный коллектив, сильная команда, которая работает непосредственно в профсоюзах. Привлекаются и заведующие, и молодые специалисты. И все те мероприятия, которые проводятся в коллективе, они, в общем-то, базируются на членах трудового коллектива. Это сплачивает людей. Мы это видим. Обменяться опытом и наработками, поделиться своими находками в установлении связи поколений, обсудить уже имеющиеся методы закрепляемости молодых специалистов на местах. Об этом 5 октября говорили те, кто еще сам недавно носил статус молодого специалиста. Мы являемся тем проводником между администрацией наших больниц и обычными членами нашей больницы. Соответственно, мы делаем для того эти заседания, чтобы все наши коллеги по всей области могли перенять этот опыт, могли перенять эту практику и в своих же учреждениях здравоохранения ее применять. Кроме наставничества на рабочих местах всегда присутствуют коллеги. И коллеги, они всегда помогают молодым работникам, всегда поделятся
опытом всегда направят в нужном направлении, потому что, придя со студенческой скамьи, сложно сразу сориентироваться и включиться в работу. И немаловажную роль играют именно коллеги, которые находятся рядом в рабочем процессе. Ведь понятно, что наставник не может присутствовать постоянно с молодым работником. И в этом аспекте плечо, конечно, подставляет коллектив. Выездное заседание Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения продлится в Новополоцке до 6 октября. Завтра в программе делегатов насыщенная культурно-историческая экскурсионная программа и возвращение в родные стены белорусских учреждений здравоохранения. К слову, сегодня спрос на медицинские кадры в стране по-прежнему остается высоким. В этом августе ряды медработников Беларуси пополнили порядка 8 тысяч молодых специалистов. А сегодня они становятся полноправными членами большой медицинской семьи. Со своими традициями – одна из самых запоминающихся посвящения профессию. В Новополоцке к ней присоединились 30 молодых специалистов, среди которых врачи и медсестры. Насколько важно новобранцам сохранять и приумножать врачебное наследие своих предшественников, говорили на встрече с администрацией Новополоцка. Это очень важно. Сегодня действительно наблюдается в общем и в области, и в стране, и в нашем городе нехватка медицинских кадров. И мы рады каждому молодому специалисту. Сегодня мы их поприветствовали, почествовали, нацелили на очень серьезную, непростую работу врача, медицинской сестры. Это очень ответственная работа. В ближайшее время их задача набираться опыта, получать профессионализм, который они будут ежедневно получать в больнице, общаясь, работая, общаясь со своими коллегами, работая с пациентами. И главное сегодня посыл, который был от администрации города, это присмотреться на город, посмотреть на те условия работы, которые есть в нашей больнице, ну и, возможно, свою же дальнейшую жизнь связать с городом Новополоцком. Очень необычно, интересно. И, в принципе, очень нравится вся атмосфера, которая здесь происходит. Приняли хорошо, работа очень интересная, лучше, чем когда, вы знаете, были на практике. Это совсем другое. Ощущаешь себя полноценным работником, закрепили замечательного наставника, все прекрасно. Это очень приятно, это вызывает бурю эмоций, все они положительные. Я очень рада оказаться здесь, я очень рада оказаться в Новополоцке, в этой медицинской семье. Надеюсь, оправдаю ожидания все, которые возложат на меня, и даже превышу их. Первое вообще, что бросалось в глаза, когда я приехала в Новополоцк, это коллеги, их желание помочь, их волнение за тебя в первые дни. Они все, видно, вот ходят, смотрят и вот жаждут дать советы всегда. Поэтому приняли радушно, очень тепло, и было очень приятно от этого. Рядом с молодыми специалистами их старшие коллеги, причем не только на посвящении, но и на боевом посту. В Новополоцкой больнице активно работает институт наставничества. Это не только для быстрой адаптации на рабочем месте, но и как часть работы по закреплению кадров. Здесь и помощь с жильем, и поддержка от администрации и профсоюза, в том числе финансовая. Неудивительно, что большинство тех, кто проходит интернатуру на базе местной больницы, сюда возвращаются. Уже как молодые специалисты. Огромная благодарность Новополоцкому городскому исполнительному комитету, потому что практически все наши молодые специалисты, я имею в виду врачей, обеспечиваются арендным жильем. Это тоже очень важно, чтобы действительно закрепить молодых специалистов на рабочих местах и создать им хорошие и бытовые условия, и профессиональные условия. Если смотреть вообще за последние 3 года, то Новополоцким городским исполнительным комитетом выделено нам 47 арендных квартир. Это, конечно, не только арендные квартиры для молодых специалистов, это и те специалисты, которые к нам приезжали с других территорий, приглашали мы к себе на работу, в которых мы особо нуждаемся. Но даже за последний год, если смотреть за 2023 год, 7 арендных квартир получили молодые специалисты только. В нынешнем году в учреждение здравоохранения Витебской области пришли более 750 молодых специалистов. Трудовые коллективы больниц, поликлиник и не только пополнились более чем 200 врачей, 179 интернами. К рабочим обязанностям приступили и порядка 400 средних медработников, медсестер и медбратьев. С
Здоровье – главная ценность каждого человека, как физическое, так и моральное. Сегодня на оздоровление в Беларусь ежегодно приезжают тысячи туристов. Но куда главнее, когда к нам в гости едут те, кто больше остальных в сегодняшнее непростое время нуждается в мирной и спокойной жизни. 3 недели назад в республику прибыла делегация ребят из Донбасса, которых уже во второй раз гостеприимно принял Новополоцк. Своеобразные осенние каникулы школьников здесь наполнили всевозможными событиями и яркими эмоциями. Что увезут с собой ребята из мирной Беларуси, знает Елизавета Борбат. Напомнить, что такое настоящее беззаботное детство, подарить внимание, доброту и яркие эмоции. Именно с таким настроением уже во второй раз Новополоцк подошел к встрече детей из Донбасса. В нынешний раз в Беларусь приехали школьники не только из Лисичанска. Компанию им на 3 недели осени составили мальчишки и девчонки из Северодонецка. Возможность отправиться на отдых и восстановление в нашу страну появилась у ребят благодаря фонду Алексея Талая. Для многих из этих детей путевка в мирную жизнь, хоть и на время, как глоток света. Воздуха. Мне очень понравилось здесь. Мне особенно здесь запомнился Красный Бор и бассейн. Мне так понравилось здесь, так что я уеду отсюда счастливая. Мне очень здесь понравилось. Больше всего мне запомнился трудовой зал в Нафтане. Я уеду отсюда очень радостно, буду рассказывать маме обо всем, что было здесь. Для 44 ребят и троих сопровождающих молодежная столица Беларуси подготовила максимально насыщенную и разноплановую программу. Каждый день как маленькое путешествие, то в удивительный мир Полоцкой Софии и древнего коллегиума, то в увлекательно яркий, не похожий на их художественный мир. Из обязательного во время пребывания в Новополоцке уроки, которые в радость. А дальше всевозможные творческие, спортивные и познавательные мероприятия. Многое для детей Донбасса оказалось с приставкой «впервые». Каждый проведенный день в городе над Двиной ребята увезут домой с теплом в душе и сотнями фотокарточек в телефонах. Очень грустно, потому что тут уже есть друзья, которые знаешь их. И как-то не хочется от них уезжать далеко. Как будто бы здесь все время жила. И люди тут такие все добрые, классные. Я с многими познакомилась, и даже мы общаемся сейчас. И думаю, в дальнейшем надеюсь, что будем тоже общаться. Сегодняшняя встреча руководства Новополоцка и детской делегации крайняя в списке мероприятий «Каникул по-белорусски». То, что они удались, считывается без слов. А это значит вернуть юных лисичан и северодончан в спокойное и беззаботное детство новополочанам в очередной раз удалось. Руководство города, жители города постарались, чтобы пребывание детей здесь было наиболее комфортным, чтобы на самом деле дети почувствовали, осознали, что такое мирное небо, что такое спокойствие, что такое комфортная жизнь. Уже завтра, 6 октября, ребята из Лисичанска и Северодонецка отправятся домой не только с большим багажом впечатлений, эмоций и подарков, но и с мыслями о том, что в спокойной, мирной Беларуси им всегда рады, а также с теплящейся надеждой на то, что когда-нибудь и у них дома будет мирная и счастливая жизнь. Елизавета Борбат и Сергей Залынский, телеканал «Звезда». У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают проверку боевой готовности. Инспекция армии, поручение президента, общее руководство возложено на государственный секретариат Совета Безопасности. Перемещение военных в заданные районы прошло в максимально сжатые сроки. На месте проводится контроль по нормативам боевой подготовки. Наземную группировку прикрывает боевая авиация. На Бузлесновском полигоне проходит батальонное тактическое учение с военнослужащими механизированной бригады. Гвардейцы ведут маневренную оборону занятого района с применением стрелкового оружия, боевых машин пехоты и беспилотников.
В Гродно проходит заседание рабочей группы при Совете министров ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы. На встречу прибыли делегации Российской Федерации, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Брифинг открыл заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Андрей Жук. Еще один герой Великой Отечественной войны теперь не безымянный. В Лиознинском районе перезахоронили останки погибших от рук фашистов советских воинов. Они были обнаружены во время поисковых работ. Имена двух солдат установить не удалось. Третий – лейтенант медицинской службы 42-й армии Федор Теличко. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени и медалью за отвагу. Польша впервые развернула систему ПВО «Патриот». Теперь небо Варшавы будут охранять американские системы противоракетной обороны. На боевое дежурство они заступят 6 октября. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!